Бам! Тайная панель! Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Подними меня и пошли отсюда. И вперед! Посмотри! Теперь нам не надо следовать по рельсу. Ух, как это здорово! Мы можем идти, куда захотим. Стоп, а серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. Надо идти вдоль рельса. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Проходим, проходим. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Если ты хочешь все прекратить, мы можем остаться здесь. Навсегда. Это вариант. Вариант А. Сидеть здесь и ничего не делать. Вариант Б. Войти внутрь. И если она жива, скорее всего, она нас убьет. Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом долгое время вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай. Теперь вниз по лестнице. Прыгай! Хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. А, знаешь что? Давай прыгай. У тебя на ногах... Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. А, извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. А, я опять посмотрел. Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогай, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела, и там не написано «спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. Слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Да будет свет! Это бог. Я цитирую. Ой, поворачивается! Какой ужас! Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. Капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся. Я тут, ветрюшка. Это его остановит. Нет, так еще быстрее. Ого. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. Здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Нет, так. Б. Нет, стоп. Я уже пробовал Б. У тебя есть ступочка. Включение питания завершено. Так, слушай. Новый план. Веди себя естественно. Мы ничего плохого не сделали. Привет! А, это ты? Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? О, нет! Нет, еще раз нет! Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наше разногласие. Ради науки. Ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень-очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. Доменная печь. Осторожнее.
Не споткнись о мои запчасти, которые ты сюда сбрасывала, и которые не до конца сгорели. Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдешь его, мы начнем тесты, как в старые добрые времена. Отлично, ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из твоих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Сейчас уберу это с пути, тут просто свалка. Самое важное, ты снова здесь, со мной. И теперь я знаю все твои приемчики, поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов?